А вы знаете, что на рынке осетр-малек дешевле окуня в несколько раз? Почему так получается? Дело в том, что малька-осетра разводят сотнями миллионов для ферм по искусственному разведению осетра. И по этой причине малек-осетра стоит от 25 до 200 рублей, а окунь стоит от 200 до 1000. Чтобы окуня зарыбить в пруд, его придется поймать в естественном пруду. А это всегда дороже искусственного разведения. Затраты на транспорт, лодку, поиск и прочее. К тому же рыбалка не всегда удачная штука. Этим занимаются рыболовы-любители и не столько ради денег, сколько из любви к своему хобби. По этой причине осетр практически всегда есть в продаже, а окунь в основном весной и осенью. Но это очень полезный хищник для пруда. Потому и дорогой, что очень полезный. Мы регулярно запускаем его в наши пруды. Если было интересно, с тебя подписка, а с меня новый ролик.